Эдемлиген Черженбайе паян шержеври политика бурнышнеде хастар хучшанать, пачалах организенженде арженба данах вайгурать. Бизнес рада взем, он ишла далан загариш. А плавузан херарам ищуже вырамда, оза кеске деген каларыш пала кивельже. Паян правительство журденже кежин дада выдан бизнес равы хураган херарам зэнь перремыш асла бухи вейртре. Она республикари херарам зэнь канажа ергеленя. Мероприятие шаврасы дельбе гертре. Кунда Чуваш республикинчи Ширимулда райондан матур херарам предприниматель зэм кельзе житрэш. Вэзэм пробирэнь ОПЧБ балаш решит мелесэнь эсвэцэ яврэш. Еврлых сэм зэрпаллах пулмайс. Паян хигун кежин дада выдан бизнес ра адалан загаймаша мулах марикень. Чи малданах пызы укша герле, шаврых специалистам шит мененде шивич иду зэнчэнь пыри. Предприниматель зэне малала адалан Анма республика субсидии барзада пызык шамбылых кюрейд. Вызэнь процент джепэджик пулныйде малала эшлеме вайхал барат теше бугынны зем. Агаврма районинджи Лидия Егорова хэйн ферму хужалых не темже жулды цадырать. Шак шамбылых паузу гурзавал, чьи малданах пышла за комбайн тада трактор дуянмавай жидерня. Пэджикем вылих чарлих ржетме вышла она. Паэн егуна уны хужалых инже майрагалы жулдра вылих сэн темже бене яхын пуш. Шамбигех кайык кежикте ржедеть. Трактористам жетме не вара шивыч иду зэнчэн перейдет Лидия Ивановна. Ял зэнчэ предприниматель зэм культуру журджа зэнчэ еварлару дырва Керзиюк нежинзенеди, мен выезжить не дарам булуш мадрыжаще. Шаан бекех пире предприниматель земде булужаще, ташу коллектив не вали, шавдери илемне нумай костюм шлеттер шлеттер демер. Шаан бекех ялдрагенде, вон еще утланде херарм зен, совежен председатель был зашледеп. Чен малданах инде Шене жулу явезе, калшив харза гелес, шене жулу яве, шаку явезе еде, епир хирарым зен беду заиртерек бір. Везен хирарым зен булышынме, везен ачи зем, мынуги зем, культур журтне бұғынашы вара, пірле савынза, пірле елемлі уявзе мертерек бір. Республика рак жал кежін дадавыдан бизнеса адаланма, хыснаран вишералы улда миллион денге уйырна. Республика Гларым Вали Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев.